Учимся вместе. Надпись на футболках у девушек не случайно. Так называется программа, по которой группа учащихся из 7-й школы смогла выехать в Екатеринбург. Там для них профессора и доценты Уральского экономического университета провели лекции по подготовке к сдаче ЕГЭ. Одна из участниц – Елена Наприенко. Больше всего ей понравились занятия по математике. Нам объясняли, как можно выразить из корней числа, из квадратных корней. Я, например, этого не знала. И иногда в ЕГЭ попадаются очень большие числа, и сложно это сделать. В Екатеринбурге побывали 5 школьников. В течение нескольких дней ребята были участниками учебно-развлекательной программы. Утром – зарядка, а с 10 утра до половины 5 вечера – мастер-классы и лекции, а вечером – экскурсии по городу. Последние несколько лет Уральский государственный экономический университет организует профориентационные лагеря. То есть там ребята, начиная с 6 классов, могут познакомиться с вузом в рамках профориентации, а 9 и 11 они с институтской системы готовятся к своим выпускным экзаменам. В зависимости от возраста школьников поделили на отряды. У каждого свои вожатые. Они организовали для ребят в рождественский вечер игру-квест. Условия – побывать на 7 этажах университета и решить задание. Запомнилось ребятам и знакомство с городскими достопримечательностями. Там множество музеев. Это очень интересно. И университет сам понравился, архитектура в университете и, конечно, преподавательский состав. Но как окунуться в студенческую атмосферу, не пожив в общежитии? Надо признаться, скромные комнаты на несколько человек после родительских квартир не особо порадовали молодежь. Общая ванная, общая кухня, комната, маленькая комната, много человек. Конечно, непривычно по сравнению с квартирой, вот это все нормально. Подобные лагеря в университете будут организованы во время других школьных каникул. Губкинских старшеклассников руководство университета пригласило в гости еще раз на весенние каникулы на защиту своих научных работ. Диана Визович, Александр Анфимов, новости Губкинского.